Подожди, не крутись. Конечно, у меня красивая. Пошли, мам, что же? Угу. Только меня с невестой-то уже никто не перепутает. А вот тебя могут. Украдут еще. Все? Угу. Ну, жених меня вряд ли с невестой перепутает. А вообще, похищение человека – это уголовно наказуемое дело. 126-я статья УК РФ. Девочки, там такси ждет. Я, конечно, понимаю, что у тебя очень важная и нужная профессия, но ты шутить уже даже стала с таким явно следственным комитетским оттенком. Ну, смешно же? Очень. Вот когда ты училась на историческом, ты была совсем другим человеком. Была. Ты же сама злилась, когда на соседей кроманьонцами называла. Ну да, каюсь. Теперь она работает среди кроманьонцев. Я работаю среди очень интеллигентных людей. Да. В отличие от жениха моей двоюродной сестры, которая тебе, между прочим, очень нравится. А мне, может, вообще просто нравятся женихи. Как класс. Дамы. А, вот он. Если мы не поторопимся, успеем только, извините, к финалу застолья, когда все уже будут, знаешь, такие. Ну все, идем. Включая идем. Жениха. Идем. Пойдем. Настя. Да. Спасибо. Алло? Анастасия, это Андрей Николаевич. Да, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Здравствуй. Анастасия, надо съездить в Коломенское. Там убийство. Как раз по твоей части. Да, я поняла. Ты у нас один историк на весь СК? Конечно. Скоро буду. Хорошо, спасибо. До свидания. А остановите, пожалуйста, у ближайшего метро. Да, конечно. Что? Мам, прости, пожалуйста. Ясно. Опять это историческое дело. Да. Но приказы, они же не обсуждаются, правда? Вот. И ты поедешь на свою работу в этом платье? Я просто не успею переодеться. И потом меня же там не за красоту ценят, а за ум. Извинишься за меня на свадьбу, ладно? Извинюсь. Спасибо. Настя, куртку забыла. Спасибо. Туда ближе. А, угу, спасибо. Настя. Прости, пока. Леня, это я. Немедленно отзови Настю с этого дела. Ты что, ее смерти хочешь? А заодно и моей? Тихо. Ну я ж не могу на все повлиять. Более Настя... команде Исакова. Мне уже все доложили. В Коломенском просто убийство в парке. Так что моя любимая племянница в относительной безопасности. Все, не волнуйся, у меня все под контролем. Чертов Исаков. Че ты так завелась-то? Да я устала. Я устала за нее переживать. Я так надеялась, что мы приедем на свадьбу, а она... кого-нибудь там встретит, отвлечется, забудет про весь этот кошмар. Ну, у меня, конечно, есть парочка аспирантов на выданье, но, боюсь, это не сработает. И вообще, отстань ты от ребенка. Ну, встретит она кого надо, когда надо. Ты лучше обо мне побеспокойся. Вот это сейчас к чему? Что к чему? Ну, вдруг я на этой свадьбе никого не подыщу себе достойно. А? Ну, что ты... Приготовь на шатырь. Да, человек хорошо. Плохо. А, девушка, оперативно-следственное мероприятие. Там Вязинская. Кто на Большого? Где могу найти? А, вот. Спасибо. Проходите там. Там Вязинская. Здравствуйте. Там Большов. Приятного аппетита. Спасибо. Я не знал, что эксперта по истории такая форма. Выдернули с мероприятия, не успела переодеться. Так что тут у нас? А у нас там, во враге. В Голосовом. Покажете?
сказали, что дело не совсем обычное? Костяхин, да. Подойди сюда. Труп женщины. Необычность в том, что она немножко на вас похожа. В смысле? Ну, в смысле платье. Ну вот, сами увидите. Действительно, некоторое сходство присутствует. Степаныч, давай на объезд для мадмуазель следователя. Для такого следователя грех не повторить. Женщина приблизительно не старше 30. Угу. Причина смерти – удушение. Время смерти – 4:30 утра. А чем душили? Полагаю, руками, но не голыми. На шее характерная полоса от наружного шва, от перчаток. Больше пока сказать не могу. Странность номер раз. Обувь отсутствует. Странность номер два. Платье жертвы я бы датировал второй половиной 19 века. То есть это оригинал или современный? Ну, точнее вам скажет криминалист, но швы не машинные, сделаны вручную, да и ткань, и прическа. Просто гости из прошлого. Есть байка, что вот в этом овраге... Да, что в Голосовом овраге существует аномальная зона, через которую к нам периодически попадают гости из прошлого. Ну куда уж нам против специалиста. А, первое свидетельство датируется 1621 годом. Да, вы сойдетесь с новым свидетелем. У нас есть свидетель? Да, Костяхин, убери это пойло. Дедок, пенсионер, несет какой-то бред, даже повторить боюсь. Проводите? Пойдемте. А, кофе? Убери. Легендами этого места я давно увлекаюсь. Есть же документальные исторические доказательства. Появление татар, которые утверждают, что они люди Девлет Гирей-хана. А крестьяне, которые потерялись в тумане, а через 20 лет вышли. Да, да, давайте ближе к сути. Да, я в курсе, Василий Петрович. А скажите, пожалуйста, что именно сегодня вы видели? Почему только видел? Я все снял на фотопленку. Фотоаппарат отдали специалисту, а пленку проявляют. Мне... Подождите. Мне никто не верит. Понимаете? А я хочу доказать, что существуют гости из прошлого. Документально, неоспоримо это доказать. Скажите, пожалуйста, а почему именно сегодня вы пришли сюда с фотоаппаратом? А почему только сегодня? Всегда, когда только туман, я сразу тут. Угу. Потому что мертвые души выходят на землю, да? Да, потому что туман – это и есть души. Угу. Понимаете, как только появляется туман, открывается портал. Вот и сегодня ночью я был тут. Угу. И портал открылся? Открылся. А, и как это проявилось? Вон там появился всадник. Угу. И вдруг, непонятно откуда, совсем ниоткуда, появилась девушка. Бедная девушка. И он, всадник скакал, потом спешился. И потом... И он ее задушил. А, скажите, а вы не запомнили его лицо? Лицо? Как лицо? Ну, он стоял ко мне спиной, и я не мог видеть лица. А потом я фотографировал, и я не очень понимал, что там происходит. А потом я вызвал полицию. Да не волнуйтесь вы так, не волнуйтесь. Скажите, а всадник-то куда делся? Испарился. Исчез. Угу. В тумане, да? В тумане. И... Что-то еще? Да нет, вроде бы все. Угу. Спасибо большое, Василий Петрович. Вы нам очень помогли. Можете возвращаться обратно к сотруднику скорой помощи. Хорошо. Был рад. Угу. До свидания. До свидания. Ну, я же говорил, дедуля, ку-ку. Тем не менее, он свидетель убийства. Придется смотреть овраг еще раз. Согласен. Хорошенькая фигурка у нашего следователя, да? Костяхин, ты куда смотришь? Осматриваю место преступления, товарищ капитан. Я за тобой наблюдаю. Ну-ка, позвони, узнай, готовы ли снимки, которые мы взяли у свидетеля. Есть, пусть сделано. Мадам капитан, скажите неопытному человеку, а что мы здесь ищем? Мои люди здесь все осмотрели. Ваши люди молодцы. Упс.
Это вряд ли нам поможет, если только принц не прискачет и не принесет вторую. Насколько мне известно, принцы, в особенности лошади, редко появляются из ниоткуда. Так что осталось понять, в чем фокус. Костяхин, дело приобщи. Я так понимаю, вы поверили этому городскому сумасшедшему, да? Судя по его рассказам, призраки появились из глубины оврага и пошли вот в ту сторону. А если бы вы меньше времени тратили на сарказм, то заметили бы, что на земле есть следы копыт, которые ведут как раз от полковничьих палат. Следовательно, туда. Пойдемте. Девушки, сюда нельзя. Обойдите, пожалуйста. Молодые люди, сюда нельзя. А почему? У нас закрыто мероприятие. А что за мероприятие? Бал дворянского собрания. Так, а с кем-то из организаторов поговорить можно? А вы пройдите, там их распорядитель главный, высокий такой, Вильяминов фамилия. Вильяминов, спасибо. Пожалуйста. Ну вот и разгадка всей этой мистической истории. И прошлое, из которого появилась жертва, не такое уж и далекое. Ну, вообще-то это еще не доказано. Будет, будет. Я думаю, Анастасия, вам нужно пойти пообщаться с дворянами. Вы-то и одеты подобающе, а я кружочками похожу, поговорю с челядью. Вы не возражаете? Ничего не имею против, Степан Борисович. Цветочки мы сами тоже берем, да? Да, конечно. Сейчас ребят всех соберем. Все получится, да. Добрый день. Добрый день, сударыня. Если вы пришли на бал, то вынужден вас огорчить. Он состоялся вчера. Капитан Вяземская, Следственный комитет. Андрей Романович Вильяминов, распорядитель дворянского собрания. Очень приятно. Погодите, погодите. Вяземская? Вы из тех самых Вяземских? Это сейчас отношение к делу не имеет. Вы не подскажете, вчера на балу вот эту девушку среди гостей вы не видели? Святые угодники. Простите, вас с ней что-то связывало? Нет, просто неожиданно. Женская имела какое-то отношение к дворянам? Нет, дворянской родословной Ольги не было. Видите ли, мы сейчас продаем билеты на наши балы, и состоятельные люди даже неблагородного происхождения могут их посещать. А вчера, может быть, вы обратили внимание, Ольга общалась с кем-то, ну, особенно близко? Она пользовалась успехом у мужчин, насколько мне удалось заметить. Но больше всего времени она вчера провела с господином Мартыновым. Он был у нас впервые. Так. И с господином Цыгановым. Он частый гость на наших мероприятиях. Спасибо. А камеры видеонаблюдения у вас установлены? Да, конечно. Вы не могли бы предоставить мне записи и списки всех гостей из вчерашнего бала? Безусловно. Андрей Романович, я предупреждал. Вы обязаны были отменить этот идиотский, абсолютно фальшивый маскарад накануне такого события. Ну, во-первых, позвольте представить. Госпожа Вяземская, Следственный комитет. Павел Валерьевич Станевич, куратор выставки, я прошу прощения. Очень приятно. А во-вторых, перестаньте вы наконец шуметь. Вы же прекрасно знаете, что попечительский совет музейного комплекса дал нам добро. А на проведение следствия он тоже дал добро? Как я должен проводить выставку? Главное, на каком информационном фоне, на фоне убийства? Андрей Романович, если с выставкой что-нибудь случится, простите, я за себя не ручаюсь, простите. Прошу простить, выставка уже через день переживает. Понимаю. Сударыня! Простите, я вынуждена отлучиться. Мои коллеги свяжутся с вами. До свидания. До свидания. Ну вот, принц не понадобился. Очень верная аналогия.
Она явно торопилась, от кого-то убегала. Потому что место для прогулки на каблуках выбрано явно не самое удачное. Если она хотела сбежать из усадьбы, то выход-то там? Там же центральный, а за оврагом есть еще. Так, и куда же наша прекрасная незнакомка? А личность жертвы уже установлена. Это Ольга Владимировна Бужинская. Нам нужно связаться с ее родственниками и обязательно найти информацию по гостям. Нас интересуют Алексей Цыганов и Глеб Мартынов. Цыганов, Мартынов. Все, сейчас пробьем. Товарищ капитан, фотографии Караева проявили. Качество стали желать лучшего. Снимали ночью. Так, а вот и наш всадник. Надо пробить ближайшие конюшни. Я могу. Попробуй. А это что, колье? Но у погибшей колье не было. А враги тоже не нашли. Значит, ограбление. Угу. И ракурс съемки очень странный. Явно ниже человеческого роста. Да он маленького роста. Нормального роста. Просто спрятался, присел. Вот вам и ракурс. Не знаю, странно. В общем, надо пробить колье, может, обычная бижутерия. Что насчет Цыганова и Мартынова? Пробили? А, да почти ничего. Цыганов владеет сетью пекарен, Мартынов – глава консалтинговой компании. Обоих пробил по базе, оба чистенькие, даже придраться не к чему. Вот их адреса. Анастасия, я предлагаю нам разделиться. Вы к одному, я к другому. Я поддерживаю. Вы кого выбираете? Синенький, черненький? Ну, под платье. Угу. Мне, в общем-то, все равно замуж за них не выходить. Тогда я переоденусь и к нему. А я уже привык. Ты куда смотришь? Туда. Не надо-то смотреть. Ваши булочки. А мне кофе, латте и... Простите, простите. Могу я увидеть Алексея Викторовича Цыганова? А что-то случилось? Позовите его. Хорошо, присядьте, пожалуйста, я его сейчас позову. Да, да, да. Пардон. Алексей Викторович, вас вызывают. Присаживайтесь. Спасибо. Вон тот мужчина. Здравствуйте. Чем я обязан? Здравствуйте. Капитан Борщов, полиция. Присаживайтесь. Спасибо. Что случилось? Насколько я знаю, вы вчера были на балу дворянского собрания в Коломенском? Да, верно. Не крал, не убивал, не насиловал. Смешно. Да, и потом сразу на работу, но даже переодеться не успел. Вы узнаете этого человека? Здравствуйте. Да, Ольга, мы вчера только познакомились. А что? А ее убили. На вас же был плащ? Могу я его увидеть? Да, он у меня там. А? Глеб Андреевич, пожалуйста. Извините, у меня просто очень мало времени. Катя сказала что-то по поводу вчерашнего маскарада? Да, капитан Вяземская. Приятно. Скажите, сегодня ночью вы общались с Ольгой Бужинской? Ну, с какой-то Ольгой виделся, фамилию не припомню, правда. А что? Это она? Да, а что с ней? Убита. Сегодня ночью во время бала. Скажите, а когда вы с ней виделись в последний раз? Последний раз сегодня ночью и виделся где-то около 4 часов. А что, собственно, произошло? Пока выясняем. Скажите, а когда вы с ней познакомились? Проходите. Вот так вот и живем. Mm-hmm. Аккуратнее, аккуратнее. Вообще, костюм должен сдать сегодня. Скажите, могу я посмотреть ваш костюм с мероприятия? Да, конечно, Катенька. Мой костюм с мероприятия можно посмотреть? Да, он в прокате. Да, он в прокате. Адрес проката и номер заказа. Да, хорошо. Сейчас. Сейчас.
Алексей Игоревич, а это не оно? Да. Да? Да. Ну, прокатный. Так вы не нервничайте, не нервничайте. Я не нервничаю. Смешно. Это не мое. Алексей Игоревич, это же со мной проект. Вы задержаны. Я же говорю вам, с этой Ольгой Бужинской мы познакомились только вчера. Вчера? Да, вчера. На балу. Красивая женщина была. Женщина, да? Ну, потанцевали немного. И все. И все. И после этого она тебе подарила свое колье? Нет, не дарила. Не дарила? Неужели это сложно понять? Ты рататуй свой закрой. Степан? Можно задам пару вопросов? Капитан Вяземская. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Викторович. Да, это я. Вы же много общались, тут вечер спокойный. О чем? Ну, о чем можно общаться с симпатичной девушкой? Да, обо всем. Она рассказывала, что долгое время жила в Париже. Работала где-то. А, в сфере искусства. Если честно, я не очень обращал внимания на ее разговоры. А на что ты обращал внимание? На колье? А Степан... Индустриевич. Не на колье. Запишите себе. Так и все? Больше вы ничего вспомнить не можете? Боюсь, что нет. В обществе интересной женщины я теряю память. Вы знаете, сегодня вот я отсюда выйду и даже не вспомню тему нашего разговора. Сначала нужно выйти, дружок. Товарищ капитан, привезли записи с камер из палат в Коломенском. Ага. Стоп. Вот, на заднем плане Цыганов идет к выходу. Камера в коридоре. Стоп. Ай, красавчик, смотри, Цыганов подходит к Бужинской. Тайм-код 3 часа. На. Мотаем. Стоп. Тайм-код 3:30. Бужинская выходит. А он остается. Караев во враге в 4. А Бужинскую убили в 4:30. Бал закончился в 5. И он все время был там. Оторочка на плаще не совпадает. Ну и вообще, Степан Борисович, по-моему, это надо быть полным идиотом, чтобы убить человека, украсть у него колье, а потом оставить его в кармане собственного плаща. Ну, под описание идиот он точно подходит. Ладно, я пойду подумаю. Спасибо за сотрудничество, Алексей Викторович. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Из города не выезжайте. Для вас, Анастасия. Сергеевна. Сергеевна, 24 часа в сутки я на связи. Спасибо. Да, можно просто, Алексей. Спасибо, Алексей. Всего вам доброго. А как же компенсация морального ущерба? Что? В смысле? Что? Необоснованные обвинения, допрос пристрастия. А это вы так шутите? Смешно. Нет, нет, не грамма. Поужинаем сегодня. То есть, как? Как? При свечах. А зачем? 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 А здесь за углом есть хороший ресторанчик. Это вы снова так шутите, да? Это вот уже не очень смешно. Не смешно? В смысле, возможно? Не смешно, в смысле, не смешно. А как же так? А я хотел сделать чистосердечное признание. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Шутка. Не смешно.
А мне смешно. Так что вот, судя по белью и татуировке, ваша гостья из прошлого вполне себе современная женщина, 25-26 лет. Да, это мы в курсе, у нас даже есть ее имя и фамилия. Ну, не совсем так. У нас в базе данных нет ее отпечатков пальцев, но симка зарегистрирована на Ольгу Бужинскую. Так и? И Ольга Владимировна Бужинская умерла, внимание, 9 лет назад. Ого. То есть не такая уж она и невинная жертва, раз скрывалась под чужим именем. Но это мы выясним позже. А сейчас по телу есть что-то еще? По причинам смерти Америки не открою. По-прежнему асфиксия при удушении. А следы сексуального насилия есть? Следов нет. Но под ногтями обнаружены волокна, следы ткани темно-зеленого цвета. Со следами одежды не идентифицируются. Не мучай густо. Сладкое на третье. Приблизительно год назад у нее был сложнейший перелом лодыжки. Штифт до сих пор стоит. Если я не ошибаюсь, эти штифты номерные, и по ним можно легко определить номер больницы, в которой делалась операция, так? Абсолютно верно, девушка. Если вам повезет, в медицинской карте будут реальные паспортные данные вашей гости из прошлого. Угу. Только это займет некоторое время. Чай будете? О! Костяхин! Да. Ты в конюшне был? Так точно. Несколько кучеров с лошадьми помогали подвозить гостей на бал. В общем, ничего особого. Мы только с директором не поговорили. Он где-то в отъезде. Я думаю, если Бужинская действительно долгое время прожила во Франции, нужно будет поговорить с нашими французскими коллегами. Займешься? Вдруг что? Намек понял? Взлетай, Гагарин. И спать. Не стоило ради этого убивать красивую девушку. Это мы сейчас и выясним. У одного из лучших ювелиров города, между прочим. В темпе, Костяхин, в темпе! Поехали. Камни чистые, огранка дореволюционная. Чувствуется рука старых мастеров. Ценность представляет? Еще какую? Тонкая работа. Я думаю, что для многих это колье вообще бесценно. Смею предположить, что это колье из коллекции князей Юсуповых. Знаменитые драгоценности Феликса. А почему вы так думаете? Секунду. Так, а простым языком для смертных? Феликс Юсупов был последним наследником рода. Прошу. А то, что он не успел вывезти, он спрятал в юсуповских палатах в Москве. В 25-м году большевики обнаружили этот клад. Книги, фарфор, ну и, конечно, драгоценности. Феликс Юсупов успел сделать эскизы ювелирных изделий, которые он оставил в Москве. Я чего-то не понимаю. Если большевики нашли сокровища, то почему они не в музее? Ну, как вам сказать? В то время не особо пеклись о сохранении культурного наследия. Поэтому часть коллекции была продана за границу, а часть просто бесследно исчезла. То есть вы считаете, что колье подлинное? 100% гарантии без экспертизы, извините, я не дам. Но вероятность очень велика. А сколько оно стоит? На официальных аукционах стоимость подобных изделий достигает цифр 6 нулями. О! Да, но на теневом рынке стоимость будет ниже. Поэтому многие ценители не побрезгуют приобрести это колье без сертификата и экспертизы. И много сейчас таких ценителей? К вам кто-нибудь обращался? У моего салона безупречная репутация. Мы с теневым рынком не работаем. Да, конечно, я понимаю. Поэтому спрашиваю, может быть, кто-то из ваших клиентов интересовался драгоценностями Юсуповых в последнее время? Лично у меня нет. Но чтобы помочь следствию,
Я поинтересуюсь у своих коллег. Спасибо. Поехали. Дама. Нет, не успею на свадьбу. Нет, и даже к торту не успею. Прости, мама, мне некогда. Пока. Ну как, удачно? Нет, ни черта там нет, гипермаркет называется. А что нужно-то? Может, я помогу? Не, я как-нибудь... Ого! А почему здесь пахнет как в пекарне? Анастасия Сергеевна, это вам. Ого. Чудненько, сэкономим на обеде. Цыганов. Братцы, налетайте. Вам не стыдно? Нет, нам вкусно. А ничего, что Цыганов до сих пор находится под следствием. И это взятка от подозреваемого. На место положи. Пожалуйста. Расходимся, расходимся. Обед окончен, все. Верните, пожалуйста, это отправите. А вы тогда распишитесь. Здесь? Угу. Спасибо. Так, вернемся к нашим баранам. Как вы считаете, откуда колье у Бужинской? Ну, это ясно, как белый день. Угу. Значит, Бужинская. Так, Бужинская. Бужинская, хорошо, нашла. В Голосовом овраге... В Голосовом. В Голосовом овраге временной портал, или временный, как правильно-то? Быстренько туда метнулась, взяла я драгоценности Юсуповых, вернулась и все. Очень смешно. Это вы злитесь за то, что я лишила вас обеда, да? Если что, я знаю прекрасную пекарню за углом. Хотите, я сбегаю по-быстрому? Да не, не надо. Здесь просто так пахнет, просто невозможно. Костяхин, открой окно, а! Есть открытое окно. А, список от ювелира. Все, кто интересовался драгоценностями Юсуповых в последнее время. Большой список? Из одного человека – Глеб Андреевич Мартынов. Полетели? Полетели. Да, я интересуюсь драгоценностями из коллекции Юсупова. А что, это преступление или что? Но вы же соврали нам, что познакомились с Бужинской на балу. Глеб Андреевич, хотите официальный допрос? Хорошо, поедем в отдел, устроим. Не надо. Да. Да, я познакомился с Ольгой Бужинской не на балу, а неделю назад, на ювелирной выставке. Она сама ко мне подошла. Показала фотографию, колье, понимаете, рассказала сказку про белого бычка и бабушкино наследство. Ну, я не поверил. Но колье вы заинтересовались, так? Да. Да, заинтересовался, потому что я увлекаюсь стариной. А там и без фотографий было видно, что вещь интересная, оригинальная, что... Но ведь такие цацки слепую не покупают? Не покупают. Mm? Вот мы и договорились встретиться на балу в Коломенском. Чтобы я, так сказать, увидел товар лицом и оценил. И что произошло на балу? Ничего не произошло. Ничего. Мы договорились о сделке, и все, я с ней не общался. На следующий день пришли вы, я узнал, что Ольгу убили, и запаниковал, и... И сказали нам неправду. Ну хорошо, а камеры видеонаблюдения? Вас же не было в больном зале на момент смерти Бужинской. Где вы были? Я уехал сразу после окончания бала. Есть телефон, по которому установлено приложение. Там все про такси. Во сколько вызвал, фамилия таксиста, номер. Все есть. Проверяйте. Проверяйте. Таксист подтвердил алиби Мартынова. Да и плащ Мартынова не совпадает с плащом на фото. Все. Кранты. Тупик. Переживаете за статистику раскрываемости? Да. Когда? Скоро будем.
Короче, когда мы прибыли, дверь была нараспашку. Караваев лежал без сознания в крови. Караев. А, да, Караев. Вот, короче, кто-то ему, скорее всего, дал по голове подсвечником. Следы взлома, соседи что-то слышали? Да, соседи слышали шум, но не очень громкий. Следов взлома нет. Наверное, сам открыл дверь, ну или забыл закрыть. Человек пожилой такой бывает. А старичок-то наш не совсем простой. Конечно. Вообще-то Василий Петрович известный профессор и доктор исторических наук, так что ничего удивительного. Ого, знакомые все лица. Кто? Вот Станевич. Это директор выставки в Коломенском. Я, кстати, сегодня слышала, как он ругался с организатором бала. И, судя по всему, этот Станевич был учеником Караева. А наш пострадавший уже в больнице, да? Да нет, здесь еще, вон, в спальне. Так чего ты молчишь-то? Спасибо. Василий Петрович, здравствуйте. Здрасте. Ну как? Хорошо. Не могли бы вы нам рассказать, кто на вас напал? Хранители. Простите, не совсем понимаю. Вы сказали хранители, да? Да. Колье. У меня не было колье Юсуповых. Я узнал ее. Они пришли за ней и за мной. То есть вы хотите сказать, что кто-то охраняет колье Юсуповых, так? Да. Охраняет и карает. А тех, кто посягает. Так, коллеги, у нас на вызов 20 минут. Василий Петрович. А мы еще не закончили. А мы здесь уже 22. Отправляйтесь. Хранители? И вы хотите, чтобы я во все это поверил? Сначала гости из прошлого, потом какие-то хранители. Похоже, у старикана вообще мозги потекли после этого удара. Степан Борисович, нехорошо так о пожилых людях. Ой, извините, но меня просто бесит вся эта ерунда тень. А вы не думаете, что в его показаниях тоже есть смысл? Просто мы с вами пока что их, ну, не поняли. Анастасия, я верю фактам, а смысл пусть ищут философы и поэты, понимаете? Я думаю, вам придется изменить свою точку зрения. Потому что Караев, может, и не самый надежный, но он единственный наш свидетель. И это факт. И на него было совершено нападение. Это второй факт. А главное, Караев видел убийцу, и теперь убийца чувствует, что он в опасности. Господи, какой кошмар. А кому же понадобилось нападать на Василия Петровича? Его что, его хотели ограбить? Мы это выясняем. Значит, вы были учеником Караева, правильно? Да, я очень многим обязан Караеву. Осторожнее, пожалуйста! Собственно, идея этой выставки – это идея Василия Петровича. Блестящий ученый всю свою жизнь посвятил изучению истории рода Юсуповых. Скажите, а как долго Караев проработал в усадьбе Коломенская? Практически всю жизнь он был куратором усадьбы, правда, в последнее время сильно сдал, начались всякие причуды. Охотился на пришельцев из прошлого во враге? А, нет, странности в поведении Василия Петровича начались еще, когда он был куратором усадьбы. Знаете, разговор про какие-то тайны, ну, глупости, одним словом. Значит, начались глупости, и вы стали его преемником, да? Да. Такой, знаете, светлый ум, жалко. Там служебное помещение, прошу. Извините. Очень жалко, что Василий Петрович не сможет посетить выставку. Большая удача. Мне удалось добиться, чтобы в Россию из частной коллекции за границы привезли знаменитую жемчужину Пеллегрину. Вот она, смотрите, на портрете от Зинаиды Юсупова, мать Феликса. А живьем Пеллегрину в России не видели аж с начала прошлого века. Извините. Скажите, а как вы относитесь к хранителям сокровищ Юсуповых? Вы серьезно? Ну да. Бытует же мнение о том, что при Юсуповых состояли башибузуки, и многие верят, что они... Они с того света несут проклятие и месть тем, кто покусится на сокровища Юсуповых. Ну, милый башня, конечно, не верю. Просто легенд. Я прошу прощения. Я в эту ересь не верю, но здесь идеальное место для преступления.
Так это вы еще не все видели. Здесь же еще есть конь-камень и деви-камень. Считается, что один помогает восстановить мужские силы, а другой женские. Экспериментировали? Да нет, как-то не доводилось. А вообще здесь интересно. В Коломенском раньше было древнее городище, а на месте оврага капище. А по-простому? Ну, алтарь языческий. И, может быть, именно поэтому Алексей Михайлович и построил здесь свой дворец, потому что считается, что здесь спят древние мистические силы. Вот пускай они и спят. Стой, мальчик! Ты кто такой? Громов, директор конюшни. А вы кто? Наши конюшни обслуживают всю усадьбу. Это все праздники, балы и прочие развлечения. Анечка, возьми. Ага. Балы дворянского собрания всегда нам заказывают и лошадей, и кучеров на кареты, и даже лакеев. А кто-то из гостей мог по-тихому ваших лошадок взять? Нет, исключено. Конюхи внимательно следят за лошадьми. Ну кто-то же должен был оставить следы во враге. А эти следы мог оставить я. Во время бала мне сообщили, что наша племенная кобыла решила ожеребиться. И поэтому я поскакал через овраг так короче. Хотя вообще у нас для прогулок конских специальные места есть. Слушайте, а я вспомнил. Перед самым балом случился у нас забавный казус. Прям преступление века как раз по вашей части. Петр, к тебе полиция пришла. Пришли искать твою ливрею. Вот сволочи, сперли ливрею с плащом средь бела дня. Я ведь тоже должен был кучером на балу работать. Такие хорошие чаевые потерял. А эти костюмы, они у вас откуда? Местные или как? Не, организаторы выдают. А без ливреи нафиг я им нужен. Они еще и денег за нее с меня содрали. Вот я и пошел к оврагу. Зачем? У нас с этим делом строго, а там как раз в это время никого. Скажите, а там у оврага ничего необычного не заметили? Еще бы. Такую чертовщину наблюдал, еле ноги унес оттуда. Да вы что? Да. Сел я, значит, на склоне, достал. Гляжу, мужик идет. Шел, шел. Площадь. Как сквозь землю провалился. Исчез. Это он, наверное, один из этих из прошлого. Хорош нам лапшу-то вешать, а? Много выпил. Сам ты выпил. Даже приложиться не успел. Скажите, ну, а место вы нам показать сможете? Да. Пойдемте. Эй! Это вон там. Я не вру. Я дальше не пойду. Страшно. Ага, подождите, а скажите, как именно он провалился? Ну, говорят, там как фокусник в цирке. Шел, становился и исчез. Ну, как вам еще объяснить? Понятно, спасибо. Если дадете ливрею, она моя. С меня причитается. Хорошо. Так, я первый. Я думаю, я знаю, как он провалился. И фокусы здесь ни при чем. Давайте, Анастасия, помогу. Спасибо. Опа. Так. Так, выше, да, он показывал? Да, где-то там. Я, кажется, нашла. Здесь люк. Анастасия, я должен проставиться. Проставляться не надо, лучше попробуйте его открыть. Он тяжеленный. Отойдите осторожно. Ага. Так. Глубоко. Глубоко. Да.
Ну вот где она ходит до сих пор? Я думаю, она не ходит, а сидит. Что, ну, копается в уликах, опрашивает свидетелей. Так не надо меня успокаивать. Ты же прекрасно знаешь, что у них там убивают чуть ли не каждый день. Ой, да перестань ты. Ну, Артем погиб 6 лет назад. А этот звонок, ну, это вообще глупость какая-то. Если бы у тебя не было такой дурацкой привычки хватать мой телефон... Да, то тебя бы уже давно увела какая-нибудь бы аспирантка. Ой, как приятно звучит. Давай еще. Если бы я не подошла тогда к телефону, то ты рассказал бы все только Лене, а от меня бы скрыл. Может быть, уже пора и Насте все рассказать? Так что ей рассказать-то? Что? Что звонил идиот какой-то с угрозами? Это интересно. Ну так пошутил он. Именно тогда, когда она вела дело об украденных кубках. Вот Леня не считает это шуткой. А ты думаешь, если мы ей расскажем о звонке, она все бросит, что ли? Да она копать начнет еще глубже. Это она сейчас только подозревает. Что это была не просто авария, а узнает про звонок, будет уверена, ее уже не переубедишь никак. Не-не-не, давай мы оставим все по-старому. А твой брат пусть не допускает ее близко к этим историческим делам. Рано или поздно ей это надоест. Нет. Что нет? Она до сих пор считает Артема живым, ведь тело-то не нашли. Я так мечтаю, чтобы она уже хоть кого-нибудь встретила. Да встретит она, встретит. Будет с ним пропадать, а ты опять будешь дергаться, да? Че, ты обиделась? Не обижайся, не надо. Слушайте, прям средневековье какое-то. Откуда взялись эти ходы? Да, в Москве вообще старинных подземных ходов хватает. Но этот явно не средневековый, здесь кладка прошлого века. А кто в прошлом веке мог это вырыть? Да мало ли. Здесь на Каширке МИФИ. Там 2 ядерных реактора. Слушайте, а я еще детей хочу. Может, вернемся, а то подхватим какое-то излучение. Это вряд ли. Хотя парочка изотопов могли бы сюда просочиться. Но до МИФИ еще далеко, так что можете не переживать. Тупик. Ну, слушайте, а может, эти Юсуповы здесь зарыли свои сокровища, а? Здесь вряд ли. Скорее, под палатами Волковых. Там длиннющие подземные ходы. Но их Стелецкий давно уже обыскал. Кто такой? Археолог. Он все искал в библиотеку Ивана Грозного. Нашел? Берия объявил недра достоянием государства. А как вы стали экспертом по истории? Второе образование? Наоборот, я сначала училась на историческом, а потом перевелась на юридический. Ну и пошла в Следственный комитет. Опа. Вы не поможете? Да-да-да. Плащ. И ливрея кучера. А дорожка на плаще совпадает с фото убийцы. Я уверена, что и волокна совпадут. Ну что, на экспертизу? Угу. Полетели. Пап? Угу. Чего? Чего не спишь? Да чего я не сплю. Чего, ну кто-то же должен за тебя волноваться. Молодец, что ты позвонила. Мама хоть заснула. Угу. Ты голодная? Нет. Чай выпью. Ну, давай. А можно я твой допью? Ну, тогда я себе сделаю. Как свадьба? Да, знаешь, невеста не сбежала, драки не было, скучно. То есть я ничего не потеряла, да? Увильнула от семейных обязанностей и рада, да? Ну, прости. Ты же знаешь, я эти свадьбы не могу. Ну, и что за историческое дело у тебя на сей раз? Ну, там женщину убили. Так. Вот. А жерелье украли. Старинное? Пока не знаем. Ну, ты не переживай, его уже нашли. Да нет, я не переживаю просто. А это, убийцу нашли? Ого, это вы что, со свадьбы умыкнули? Целый торт?
Беспочвенные обвинения, товарищ следователь. Вот этот шедевр кулинарного искусства вечером доставил курьер из знаменитой пекарни... Цыганова. Цыганова, вот, правильно. Доставить именно тебе. Мама даже запретила его пробовать. Давай. Попробуем, угу. Да? Угу. Ты чего? Отравлен. Что, значит, не попробуем? Попробуем. Салют. Господи, Тёма, ты все время так неожиданно появляешься. Зато никогда не исчезаешь. Только попробуй исчезнуть. Ни за что. Спасибо. Поздравь, меня забирают в полицию. В смысле, за что? Ну, позвали консультантам. Представляешь, у них там как раз вопрос по теме моей кандидатской. Ты же даже не защитился еще. А ты, мелочь пузатая, сначала закрой свою сессию, а потом завидуй. Я? Ну скажи же, круто, а? Прикинь, я раскрою преступление. Ты прям как Пуаро, да? Тём, ты вообще-то историк, а не сыщик. Без пяти минут серьезный ученый, ведешь себя как мальчишка. Эх, Настя, Настя. Нет в тебе романтики. Почему это? Очень даже есть. Да ну? Да ну. Ну-ка. Доброе утро. Доброе утро. Извини, я зачитался. Да уж. Пора начинать официальное расследование. Это вообще запутанная чушь какая-то. Знаешь, Артем погиб в аварии. Если бы тот следователь, земля ему пухом, крепче держал руль, пап, и бы сейчас это... Ну ладно, и все. Ты вот эти бумаги отдай своему дяде. Он лучше знает. Что с ними делать? Завтракать будешь? Я чай заварил. Да, да, сейчас. Да, слушаю. Доброе утро, Анастасия. Срочно выезжай в Коломенское. Что случилось? Еще один труп? Ну почему сразу труп? Похищенный из музея, колье, драгоценное, ну как там его? А, Пеллегрино? Да. Но, по идее, этим должна заниматься другая группа. Ну, должна, но там пока не выйдут, потом, конечно, приедут, там решат. Ну, согласись, таких совпадений не бывает, а? Да, да, согласна. Хорошо, я сейчас выезжаю. Давай. Так. Что вы запираете, Игорь Владимирович? Надо было раньше запирать. Послушайте, это катастрофа. Это настоящая катастрофа. Я вообще не понимаю, как такое могло произойти. Жемчужина пропала в этом зале? Нет. Мы должны были ее сегодня отправить на финальную экспертизу и выставить завтра открытие выставки. Завтра, понимаете? Вы можете спокойно объяснить, где хранились экспонаты? Большая часть хранилась в сейфе в специальном помещении сигнализации. Под надежной охраной. Ну, значит, не совсем надежная. А когда вы последний раз видели жемчужину? 4 дня назад. Пеллегрино привезли в музей. Мы с Игорем Владимировичем поместили ее в сейф. И до открытия выставки в Пеллегрине вообще никто не должен был иметь доступ. Значит, когда произошло преступление, не зафиксировано. Слушайте, я абсолютно уверен, что это было во время этого идиотского бала, этого липового дворянского собрания. Устроили, понимаете, черт знает что, проходной двор. Вы подозреваете кого-то конкретного, я так? Я никого не подозреваю. Я подозреваю всех. А вы должны найти вора. Я предупреждал, тогда проб не кончится. Слушайте, хватит паниковать, а? А мы что стоим, сейф показываем. А вы, сударь, идите-ка пока проветритесь, а то мыслительный процесс затормаживаете. Пойдемте. Значит, сигнализация не сработала.
Нет. Думаю, это был кто-то из своих, из сотрудников. Сигнализацию отключили. Сейф не взломан. Очевидно, похититель знал код и работал в перчатках. Похоже, куратор Станевич был прав насчет балла. Я так думаю. А почему так думаете? Между двумя и тремя ночи несколько камер в коридорах музея вышли из строя, а потом они снова заработали. Ну ничего себе, я еще только об этом узнаю. Мы с вами вчера целый день общались. Мы значению не придали, мы думали технический сбой сети. Крутяк. Так, а у кого были коды доступа к сигнализации и сейфу? У меня и у куратора выставки Станевича. Очень странно, что такая ценная вещь хранилась в музее, а не в банковской ячейке. Слушайте, только между нами, хорошо? Этот Станевич, он вообще, он странный. Я понимаю, человек наукой занимается, но он просто помешался на этой жемчужине. Это он настоял, чтобы она хранилась в музее. Ясненько. Ладно, наши люди опросят ваших сотрудников и снимут отпечатки пальцев. А вы, товарищ криминалист, сообщите, если что узнаете. Как интересно. И все-таки, почему вы настояли на том, чтобы Пеллегрино хранилась в музее? Слушайте, вы знаете историю Пеллегрино, представляете ее ценность? Сколько за него могут дать? Да, уголовный кодекс я знаю. Да, она абсолютно бесценна, не только потому, что это шедевр из коллекции Юсуповых. Пеллегрино была неуловима, абсолютно неуловима, понимаете? Понимаем. Только если никто не знал ее владельца, как вам удалось договориться о том, чтобы она была представлена на выставке? Вы думаете, о чем я так гордился? Привезти жемчужину на выставку задумал еще Караев, но он не смог выйти на владельцев. А я продолжил поиски. И нашел швейцарский банк, который представлял анонимного владельца. Представляете, что это такое было бы для культурного сообщества? Очень хорошо представляем. Не только для сообщества, но и для вашей карьеры в целом. Да, послушайте, какая карьера? О чем вы говорите? Это настоящая катастрофа. Придется выплатить огромную сумму. Я даже жалею, что не послушал в свое время Караева. Поневоле поверишь в эти легенды о сокровищах. Еще один. Да вы же сказали, что вы не верите ни в какие легенды о хранителях. Ну, они же откуда-то берутся, эти слухи, да? Кстати, насчет слухов. Вы же сами знаете про подземные ходы вот в том здании? Да нет, ну, послушай, это чушь. Под Коломенском нет подземных ходов, тут грунты неподходящие. Тогда еще один вопрос. Где вы были в ночь, когда состоялся бал? Дома с женой. А почему вы спрашиваете? Да? А кто-то может это подтвердить? Ну, жена и может. Враги, подземелья, сокровища, все эти легенды. Во, как я наелся этой мистикой. Это потому, что это не ваша специальность. А мне вот очень интересно. Только информации у нас маловато. Нужно поговорить еще с одним экспертом. Заедем по дороге? Да без проблем. Куда? А, Радио 7, знаете? Хотите дать объявление о пропаже Пеллегрино? Нет. Но идея хорошая. Там есть шоу об истории Москвы. Называется «Прогулки со Смирновым». Мой старый знакомый, между прочим. Еще один историк. Филолог. Но любого историка он за пояс заткнет. Мы с вами побывали в палатах Аверки Кириллова, старейшем гражданском здании за пределами Московского Кремля. Здесь когда-то работал Малютин Скуратов, который отсюда, через подземный ход, перебирался на противоположную сторону Москва-реки. А здесь, говорят, замучил довольно большое число москвичей. С вами был Смирнов Филипп. А прочие интересные истории слушайте на Радио 7 на Семи Холмах. Было? Отлично, спасибо. Привет. Здрасте. Добрый день. Привет, привет. Сколько лет, сколько зим? Не говори. Пойдем пообедаем. А, я ненадолго, я по делу. Ребята, я сейчас подойду. Я слышала твой выпуск про сокровища Юсуповых недавно на радио. Ну, а меня и в органах слушают. В органах, знаешь, всех слушают. Так вот, ты же, наверное, перелопатил кучу литературы, когда готовился к выпуску, да? Ну, я давно интересуюсь родом Юсуповых, их историей. Хорошо. Да? Вот у меня такой вопрос. Что ты знаешь про охранителей? Слушай, это даже не история, а легенда какая-то, байка. Хорошо, байка. Тебе же не жалко мне байку рассказать? Тебе не жалко. Спасибо. Смотри, это связано даже не столько с Юсуповыми, сколько с тем местом, где они построили свой дворец. А построили они его на подземельях Ивана Грозного. Так. Вот считаешь, что люди, замученные в этих подземельях, превратились в хранителей сокровищ? Сокровищ Юсуповых. Так он же жил намного позже. Не только Юсуповых, но и Грозного. Юсуповы свои довложили. А большевики настолько поверили в эту байку, что замучили Бужинского, слугу Юсупова. Стоп. До смерти. Его фамилия была Бужинский? Да, Бужинский. Но он ничего никому не сказал. И есть исследователи, которые до сих пор лазают по подземельям, ищут этого Бужинского и пытаются у него все спросить, где же, собственно говоря, сокровища Юсуповых.
Потом вылезают и идут работать на радио, да? Да, ну. Соловьев! Чего? С аппаратом разберись, опять сдачу не даю. Там во втором набери. Степан Борисович, вы чего такой возмущенный? Не нашли, что искали? Да дурость какая-то. Попросили детскую книжку купить, сказки. Так а в чем дурость? Это выдает у вас очень заботливый человек. Вот, я думал, что это будет проще простого. Оказалось, про эту книжку вообще никто ничего не знает. За 3 дня 30 книжных. Ого. И ни автора, ни названия. Понятия не имею. Человек, который попросил, тоже не помнит. Просто сказал, хочу книжку из детства на обложке. Пальмы, звери внутри картинки, а звери вот с такими глазами. Да, с такими зацепками найти будет действительно непросто. Так вот я про что? Товарищ капитан, пришло. Что пришло? Ну как, ответ от Франции. О, отлично, пойдем посмотрим. Благодаря нашему электронному переводчику Костяхину мы выяснили, что Бужинская действительно жила в Париже 3 года и работала в одной из картинных галерей. Под фамилией Юсупова? Да, с фальшивым паспортом, но потом ее разоблачили. Попалась на чем-то? Парижский коллекционер Луи Мессанж заявил в полиции, что Ольга Юсупова выкрала у него драгоценное колье, которое принадлежало Феликсу Юсупову. А потом забрал свое заявление по непонятным причинам. А колье Бужинское и краденое колье, значит, абсолютно идентичны, так? Костяхин, вот сюда. А это, значит, фотография нашего пострадавшего. Ага. Симпатично? А не в моем вкусе. Я извиняюсь, но это опять вам. Спорим это от Цыганова? Верни, пожалуйста, обратно курьеру, ладно? А этот курьер хитрее, он уже ушел. Ну и что мне с этим делать-то? Не знаю. Так невозможно работать. Давай я верну и покончу с этим. А вы тогда, может, пока что посмотрите видео с камер наблюдения, да? Хорошо. А вы тогда, может быть, пока что поменяете вот это вот на корзину плюшек. И кофе. 2. Цыганов у себя? У себя. А вы по какому? Вяземская. Следственный комитет. Тесто нужно любить всей душой. Заряжать его положительной энергией. Для того, чтобы продукция Цыганова расходилась с молниеносной скоростью, в тесто добавляется один маленький ингредиент. Вот это сюрприз. Здравствуйте, Алексей. Я хотела бы вернуть вам вот это. Вам не понравились мои розы? Хорошо, в следующий раз я подарю корзинку подснежников. Алексей, я серьезно, не надо больше цветов и курьера с булочками в отделение полиции. Тем более ко мне домой. Вам и торт не понравился? Мне не понравилась излишняя назойливость. Всего вам доброго. Анастасия, давайте я вас хотя бы подвезу. Нет, спасибо, я лучше пешком. Вологодские просто так не сдаются. Можем прогуляться. Ну, если вы не против, конечно. Алексей, ваше ухаживание мешает мне работать. Компрометирует меня перед коллегами. Вы такая серьезная или это работа сказывается? Ну, вы к своей работе тоже относитесь, не спустя рукава. Не отсиживайтесь в офисе. А мне нравится в пекарне. Для меня это своего рода медитация. Знаете, с мукой работать – это не пыль в глаза пускать. Да, а как же тогда ваши дворянские собрания вписываются в эту картину мира? Знаете, Москва, она ведь как капризная девушка с запросами. Тут подёжки встречают и потому, сколько у тебя денег. Поэтому и приходится иногда подыгрывать. Играете, значит? Понятно? Ну, в каком-то смысле. Не по-крупному. Подождите. Как интересно получается. Совсем рядом работаю и не знал, что такой красивый монастырь прячется в этих улочках. Этому храму 700 лет.
Да. А вы каждый день мимо проезжаете, не замечаете даже. Вот и Москва тоже очень разная, и люди очень разные. И не все только про деньги, есть и другое. Просто нужно уметь как-то это замечать. Анастасия, можно вас пригласить поужинать? Так вы ничего не поняли. Но у меня есть хоть один шанс вас еще увидеть. 1 на 1 000 000. Мне хватит. Только в том случае, если вы действительно окажетесь причастны к убийству Бужинской. Ну, или еще какой-нибудь другой закон нарушите. Хотя я надеюсь, что этого не произойдет. Простите. А, да? Поняла. Еду. А, мне пора. Всего доброго. До свидания. Да. Спасибо за экскурсию. Значит, смотрите. Вот ваш булочник. Извините, Цыганов. Так. Да? Угу. Вот Бужинская. Да? Вот они стоят. И вот что мы пропустили. Она куда-то смотрит и явно кого-то испугалась. Так, судя по линии взгляда, этот человек явно находится за кадром. И что? Он есть на какой-то из камер? Конечно! Он есть вот на этой камере. Увеличиваю. 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 Это же наш коллекционер. Да, это Луи Мессанж. Этот француз был на балу, только под другим именем, и поэтому мы его пропустили. Так это же все объясняет, почему она испугалась и почему пыталась бежать. Да, мотив у него был, а он догнал ее во враге, а дедуля наш стал свидетелем разборок. По мне все сходится. Так, и что, он еще в Москве? Вот адрес его гостишки. Степан Борисович, ну вы просто... Полетели? О, на лоса и зверь. Мерси. Господин Мессанж, полиция, у нас к вам несколько вопросов. Нет, спасибо. Почему? На минутку. Нет, простите. Месье Мессанж, я вас прошу, одну минутку, пожалуйста. Не могу, я не желаю с вами разговаривать. Подождите, месье Мессанж, вы не имеете права, я гражданин Франции. Простите. Я требую адвоката, представителя французского посольства и переводчика. Сиди! Я не совершил ничего противозаконного. Вы знаете эту женщину? А эту вещь вы узнаете? Вы же за ней приехали в Москву, не так ли? Но чтобы вывести подобную ценность из России, вам придется доказать ее происхождение, предоставить документы и сертификаты. А их у вас нет, потому что в свое время вы сами купили колье на черном рынке, и поэтому вы отозвали заявление во французскую полицию и решили найти Бужинскую самостоятельно. Юсупову. Она представилась Ольгой Юсуповой, потомком старинного рода, а оказалась воровкой. Вы разговаривали с Ольгой во время бала? Угрожали ей? Послушайте. Я просто хотел без лишнего шума вернуть свою вещь. Я никому не угрожал. Вызовите ее. Вызовите. Пусть она сама расскажет. Что он сказал? Он не знает, что Ольга мертва. А мне чуть менее противно, все равно. Я покажу вам еще одну фотографию Ольги Бужинской. Она мертва? Я не имею к этому отношения. Она увидела меня и бросилась бежать. Да, я хотел ее догнать у центрального входа, но там ее не было. Больше я ее не видел. А как вы нашли Ольгу здесь, в Москве? Увидел фотографию в журнале. Светская хроника одного из дворянских балов. Смотрю, они оба там. А сейчас что он сказал? Что она была там не одна. Вы сказали оба. Кто еще? Ну, тот, который открывал бал. Он тогда приходил ко мне в Париже вместе с ней. Только я не знал, как его зовут.
Вильяминов. Merci. Спасибо. С французским это было просто круто. Спасибо. Зря я мучилась все детство. О, а что тут Степаныч пришел? Волокна ткани плаща совпали с частицами, найденными под ногтями Бужинской. Почему-то я не удивлен. Костяй! Алло, да? Товарищ капитан. Пришла экспертиза по плащу и отчет судмедэкспертов. Личные жертвы установили. Угу. В общем, у нашей гости имен, как у меня звезд на погонах, она и Бужинская, и Юсупова, а на самом деле по паспорту Ольга Владимировна Шалимова, 89-го года рождения, судимости нет. Ого! Я думаю, мы, Саныч, не единственный, кого она ограбила. Наверняка. У одних воровала, другим впаривала. Только вот где она находила богатеньких клиентов? Вильяминов, он же всех знает. Навестим? Угу. Господа, по-моему, я ясно выразился. Я сейчас занят. Дворянское происхождение не дает вам возможности пообщаться со всякой челядью. Ну ничего, ничего. Мы в отдел-то съездим и понизим вашу самооценочку-то. А, помнится, вы, Андрей Романович, говорили, что едва были знакомы с погибшей. Разве нет? Ну и где вы это взяли? У Луи Массанжа. А что, вы его уже не помните? Зато он вас не забыл. Игорь Валерьевич, вы не оставите нас на немножко? Ну что ж, хорошо. Благодарю вас. Простите. Послушайте, я здесь ни при чем. А вы скрыли от следствия личность погибшей. Но ведь ничего противозаконного не было. Я не знаю, откуда Ольга брала камни. Я в это не лез. Я лишь делал наводку на нужных людей. Устроили из своего дворянского собрания что-то вроде рынка, да? Бужинская могла выкрасть Пеллегрину. Да вы с ума сошли? Ей да точно было не по зубам. Тем более, что в усадьбе она была лишь на балах. Хотя... Она общалась с кем-то из сотрудников? Я точно не знаю. Но думаю, что со Станевичем. Ей нужна была информация о Юсуповых. Вот она и нашла какой-то источник. Да. Дразнило меня, что бросит ради симпатичного историка. А почему вы решили, что Станевич симпатичный историк? Я бы так не сказал. Ну, а кто тогда? Ведь это Станевич у нас знаток-историк, помешанный на этих Юсуповых. Я даже во время бала видел его в музее. Видимо, сторожил свою бесценную жемчужину. К тому же... Пару лет назад Станевич вляпался в какой-то скандал с фамильными ценностями. Я истории точно не знаю, но этот Станевич очень мутный тип. Сыграем? На работе не играю. Статус не тот. Жаль. Всего доброго. Всего доброго. Угу. Товарищ полковник, можно? А? Заходи, Вяземская. Ну что, закончил там в Коломенском? Ты же знаешь, что закончил. Ты же все время за мной следишь. Ну а раз не закончила, что делаешь в комитете? Надо было проверить одного фигуранта, куратора выставки. Ну и дядюшку заодно навестить. О, навестить, навестить. Давай, говори, что надо. Ты же знаешь, что была похищена жемчужина из коллекции Юсуповых, да? Ну. Вот, а несколько лет назад было другое дело, и там тоже фигурировали... Было, Настя. Был похищен перстень из частной коллекции, потом его нашли, мужика посадили, он был один. Анастасия, ну, все время исторические ценности, они гуляют по черному рынку. Но не было ни одного подтверждения твоей версии, что есть какая-то там преступная организация, которая еще вдобавок причастна к гибели твоего жениха, извини, Артема. К исчезновению Артема. Настя, это был несчастный случай. Его напарник не справился с управлением. Артем был вместе с ним в машине. Его кровь нашли на лобовом стекле. Ну, ты сама все тысячу раз проверяла. Да. Ну, при столкновении он вылетел в реку. Ну, так бывает. Настя. Да, но сейчас дело не в Артеме.
Я нашла достаточно информации для того, чтобы начать официальное расследование по банде антикваров. Нужно только собрать несколько дел в одно. И я сама этим займусь. Собирай. Станевич действительно был замешан в одной очень неприятной истории. Он пытался обманным путем выкрасть колье Юсуповых у одной семьи. Каким образом? Подделал документы. И там было указано, что это не настоящее колье, а всего лишь искусная подделка. Но скандал удалось замять. От сволочь истеричная, а? Да, Костяхин, здорово. Угу. Ага. Понял, молодец, давай. Эксперты говорят, что в музее на пульте сигнализации есть пальчики. Угадайте, кого? Сволочь истеричный. Сволочь истеричный. Здравствуйте, а можно Павла Валерьевича? Вышел, но он еще в музее. Спасибо, до свидания. Станевич все еще в Коломенском. Поехали. Летим. Почему ты отключил сигнализацию, укроп или гриб? Я ничего не крал, я ее хотел спасти. Я все расскажу. Накануне ко мне приходил Караев и начал опять болтать о сокровищах, о хранителях. Я знаю, что вы скажете, что старик сошел с ума, но я испугался. Испугался хранителей? Да не хранителей. Я испугался, что кто-то во время бала украдет жемчужину. Я на одну ночь, я изъял ее из сейфа и поместил в подсобку. Я утром бы вернул бы обратно сейф и все. Но на утро вы обнаружили, что Пеллегрина на месте нет. Ну да, конечно, еще началась эта история с убийством. Я понимаю, что я был бы главным подозреваемым. Ты и есть главный подозреваемый, не волнуйся. Когда открыли сейф, мне даже играть ничего не пришлось. Все, это конец. Это конец моей карьере. Скажите, а вы обсуждали с Караевым идею того, чтобы спрятать жемчужину в подсобку? Да, это, собственно, и была идея Василия Петровича. Несмотря на свое странное состояние, он иногда дает дельный совет. Так, а что у тебя было с Бужинской? С кем? С убитой. Ничего не было, я ее знать не знаю. Послушайте, я женатый человек. Тогда с кем Ольга Владимировна говорила о Юсуповых? Я понятия не имею. Я арестован? Нет пока. Живи. Да ладно, симпатичная история, которым Бужинская шантажировала своего дворянского хахаля, это Караев, не верю. Ну, вообще-то Караев единственный, кроме Станевича, знал, что Пеллегрина ночует не в сейфе, так что... Настя, вы же не серьезно. Здравствуйте, насчет Караева, Василий Петрович. Как выписался? А когда? Спасибо. Так, быстро к нему домой. Если его нет... дома и нет больницы. То где он? Понятия не имею. Вот это и оно. Анастасия? Да. Это то, что я думаю? Что? План подземных ходов Коломенского? А этот крестик тот люк, который мы с вами нашли? Старикашка, хоть и полоумный, но дотошный. Да. Все равно не сходится. Если он убил Бужинскую и украл Пеллегрину, то не мог же он сам себя сфотографировать? Значит, у него должен быть сообщник. Угу, должен. Вот же он. Точно. Мне сразу показался странным ракурс съемки. Он просто инсценировал убийство с уже мертвым телом, вот и все. А жемчужину? Он должен был ее спрятать? Да, я думаю, нейтральная территория. Где-то, где он сам бывает часто, а мы искать не станем. Подземелье. Слишком рискованно. Здесь нет ни фотоувеличителя, ни какой-то другой фототехники. Фотолаборатория? Точно. Квитанция. Где ты видел квитанции? Квитанции. Где-то я тут... Квитанции. Так, квитанции. Вот. Это? Вот. Квитанция на аренду. Квитанция на аренду фотостудии.
и адрес указан. Полетели? Полетели. Нельзя же без ордера. Ну, если очень нужно, то можно. Здрасте. Как ваша голова? Не болит? Нет, спасибо, не жалуюсь. Пойдемте тогда. Пойдемте. Не забыли ничего? Нет. Точно? Да. Да? А мне кажется, забыли. Красота. Пойдемте. Василий Петрович, расскажите мне, пожалуйста, о хранителях. Вы в них верите? Конечно, вы же сами меня в этом убедили. Да. Понимаете, я почти всю свою жизнь думал, что это все сущие глупости. Ну, все эти юсупские бушебузуки, ну, сказки-страшилки. Угу. Пока не встретил его. Хранителя? Да. Угу. А когда в первый раз произошла ваша встреча? Я уж сейчас, наверное, не вспомню первый раз. Наверное, когда первый раз увидел подземный ход. Угу. Я пошел в него. Я там провел целый день, обследовал его. И вышел уже ночью. И увидели всадника? Разумеется, в тумане. Да. Знаете, он не приближался. Он был в моей голове. Только говорил, что будем делать. И что же он вам говорил делать? Служить. Он просил меня помочь вернуть сокровище законному владельцу. Вы поймите, жемчужина нужна была не мне. Пелегрина нужна была ему. И как только Пелегрина попала на выставку Станевичу, он велел мне украсть ее любой ценой. И вы убедили Станевича в том, что Пелегрина находится в опасности для того, чтобы получить к ней доступ. Ну да, ключ-то от сейфа был только у него. А убедить его положить ее в подсобку не было большого труда. Это было несложно. Тогда вы украли ливрею и плащ для того, чтобы пробраться на бал незамеченным, если вдруг вас кто-то увидит. Умно? Не глупо. А Ольга Бужинская? Вы же не планировали ее убивать? Ну, конечно. Она увидела меня в окно. Глупая девчонка. Она узнала меня. Побежала к оврагу. Она спутала все мои карты. Я тоже кинулся в подземный ход. Дождался. Сбил с ног. Глупая девчонка. Но именно это навело на мысль стать свидетелем убийства.
оставить ее тело там. Но после этого, после пропажи Пеллегрина, все бы стали проверять сотрудников. В том числе и бывших. Кто ж будет проверять полоумного старика? Кроме вас. Я вернулся, сунул Клавдии плащ, спрятал ливрею. Извините меня за этот пошлый спектакль. А нападение — это тоже была инсценировка. Ведь вы сами ударили себя по голове, да? Мнимый убийца, мнимая жертва. Какая разница? Значит, колье Бужинской было неинтересно ни вам, ни хранителям. Именно поэтому вы так легко пожертвовали им, чтобы ввести нас в заблуждение. А вы уверены, что подлинник у вас? Василий Петрович, образцы вашей крови и частицы с плаща совпали. Так что вам будет предъявлено обвинение в убийстве и в краже Пеллегрина. Теперь это совсем не важно. Ну что, подписал признание? Поздравляю. Спасибо. Но боюсь, что в деле с Караевым без психологической экспертизы будет не обойтись. Я всегда знал, что у него крышка поехала. А вам, Настенька, кстати, нужно быть поосторожнее с историками. Интересно, это почему? Ну, потому что работа нервная, надышится там в архивах своей пыли, а потом всякие ужасики мерещатся. А я вот, знаете, вашу книжку нашла. Да. Лимитированное издание, выпуск 65-го года. Ух ты! И как же вам это удалось? Просто историки разбираются в книгах получше, чем некоторые исследователи. Ну-ка, братцы, разошлись! Ну-ка, разошлись! Так. Товарищ Цыганов, я убедительно прошу вас немедленно уйти. Потому что вы мешаете работать мне и моим коллегам. Нам? Нам не мешает, нет. У него пирожные без глютена. Не могу уйти. Вы издеваетесь? Нет. Вы же сами сказали, что мы с вами встретимся, только если я совершу правонарушение. Вот, пожалуйста. Кража наручника считается правонарушением? Конечно же, считается. Мы ему еще припишем нарушение общественного порядка. Алексей, а чего вы добиваетесь? Поужинайте со мной один раз. Ну, или хотя бы позавтракайте. Ну, посмотрите, какой замечательный человек. Такой красавец. Мы за него всем отделением уже болеем. Ладно. Приятного аппетита. Спасибо. Я согласна. Завтра. Только немедленно прекратите весь этот цирк. У кого ключи? Расстегните его. Ну, вкусно. Извини, пожалуйста. Настя, вы просто гений. Я купил ту самую книжку. Спасибо. Я очень рада за вас. Просто у нас завтра с женой будет годовщина свадьбы, и она попросила именно такой подарок. У нее в детстве была такая книжка. Вот, я хотел ее порадовать. Ну, будь здорова. Мы с любимой скоро ждем пополнения. Да вы что? Да, да, да. И вот сантименты. Здорово. Поздравляю вас, Степан Борисович. Уж извините, что я вас так в штыки воспринял со всей этой вашей мистикой, ерундистикой. Ничего, все нормально. Я-то на Москву стал по-другому смотреть. Вы понимаете, я москвич. Москвич. А в Коломенском я первый раз. Да? Здесь такая еда, история, лепота. Анастасия, скажите, а вы действительно верите во все эти байки, легенды? Ну, вообще, как следователь, я, конечно, больше верю фактам и уликам. Но ведь иногда для того, чтобы их найти, нужно поверить и в легенды, так что... Ну, короче, если судьба нас снова сведет, я с удовольствием с вами поработаю. Раскроем что-нибудь интересненькое. Все может быть. Вообще, московская история хранит еще очень много неразгаданных тайн.